Больше 20 территорий, обустроенных для катания на коньках и игры в хоккей, в этом году организовано в Саранске. Несколько дней назад каток впервые появился на территории детского приюта «Надежда». С инициативой по его установке выступил мэр города Игорь Асабин. Реализовать ее помогли глава Пролетарского района и сотрудники пожарной части номер 3. Совместно решили сделать небольшой каточек, то есть надежду воплотить какую-то реальность. И все-таки же детей нужно все-таки же вот из гаджетов, из интернета маленько выводить на природу, чтобы воздух, тем более зима хорошая. И общими усилиями, а не даже не усилиями, общим желанием, наверное, мы залили вот этот каток. Обратиться за помощью решили к тем, кто ежедневно рискует собственной жизнью ради других – спасателям. Оказать содействие они согласились сразу, тем более, что техника и силы для этого у пожарных есть. Мы очистили площадку от снега, взяли пожарную колонку, накрутили на гидрант, растянули рукавную линию и начали заливать каток небольшой струей, соответственно, и потихонечку, постепенно вот заливали первый слой, дали немного льду замерзнуть. Через какое-то время, минут через так 30-20, мы еще раз вышли, залили второй слой. И таким образом вот слоями заливали. Мы будем помогать ребятам, они нуждаются в нашей поддержке. Вот, будем контролировать каток. Если вдруг будут какие-то там неровности, мы приедем, еще раз поможем, зальем. Теперь каток – излюбленное место отдыха ребят, временно проживающих в приюте. А те, кто стоит на коньках уверенно, с удовольствием катается. Новички пока что играют в хоккей просто так. Появление ледового катка стало отличным подспорьем для приобщения ребят к здоровому образу жизни. Благодаря нашим спонсорам, главе городского округа Саранск и Пролетарского района, главе, спасибо им большое, вот мы можем кататься на нашем собственном катке. Дети будут очень рады этому. У нас тут многие ребята занимались фигурным катанием. Сейчас у них появились новый спортинвентарь, клюшки, коньки новые. Такие площадки есть в каждом районе города, только на Светотехстрой их целых 4. Обустроены катки рядом с образовательными учреждениями во дворах и на центральных площадях. Полный список катков доступен на сайте городской администрации. Они ждут любителей катания и хоккея любого возраста. Анастасия Цлигина, Сергей Кувакин, Народные новости.